В Нью-Йорке украли ноутбук сотрудника секретной службы США. Ведомство отвечает за личную безопасность президента Дональда Трампа. Девайс вытащили из салона машины. Полиция нашла пустую сумку от ноутбука в нескольких кварталах от места преступления. В компьютере находилась конфиденциальная информация о Трамп Тауэр, личной резиденции президента. В секретной службе США заявили, все данные на лэптопе защищены надежной системой безопасности. Все полностью зашифровано.